Знаковое событие в истории для уголовно-исполнительной системы Ульяновской области состоялось на площади Ленина. Региональному управлению Федеральной службы исполнения наказаний вручили знамя как официальный символ ведомства. Знамя и грамоту президента России Владимира Путина начальнику УФСИН по Ульяновской области вручил временно исполняющий обязанности заместителя директора УФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Хабаров. Теперь присягать на верность сотрудники УФСИН будут под собственным знаменем. От имени всего личного состава хочу заверить, что коллектив управления Федеральной службы исполнения наказаний в Ульяновской области будет предан знамени, как предан службе, долгу и присяге. Спасибо. Полотнище на одной стороне имеет фигуру государственного герба России, на другой – эмблема УФСИН России по Ульяновской области. По краям – изображение крепости, золотые звезды и плетеный орнамент. Знамя станет символом верности, напоминанием о героических традициях, славных победах и невосполнимых утратах. Позвольте мне от имени жителей этого региона, от имени региональной власти искренне и сердечно поздравить вас с важнейшим событием в жизни нашего с вами управления, с вручением величайшей святыни, знамени управления, почетного символа чести, доблести и славы. Дорогие друзья, я рад, что сегодня в этот светлый солнечный день совершилось такое событие, когда органам исполнения наказаний вручен этот стяг, это знамя, потому что сейчас у вас есть символ, на который вы должны ориентироваться. Стяг символизирует преемственность поколений, станет символом чести, доблести и славы. Также будет способствовать развитию традиций. В честь знаменательного события парадные расчеты управления и подразделений УФСИН проследовали по площади Ленина торжественным маршем.